подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем здорово! Сегодня будем облицовку ставить на красавчика. Там засниму, если что, немножко. Все, приготовились. Вот клей взяли, этот жидкий гвоздь, пистолет, здесь саморезы по металлу и подстеплер, скобы, плафон взяли вот такой диодный на перемычку, вот на эту, на планку поставим. Ну и шуруповерт, соответственно, будем, короче, заниматься. Вот полки. Полка вот эта передняя полка. Вот это задняя полка. Вот так выглядит. Там уже обшивки поставили некоторые. Вот еще там у нас старого образца кабина. Там стекло. Вот место под газурью будем ставить. Все равно шеф спросил, он сказал, ставьте, раз есть обналичка, ставьте. Вот так вот будем заниматься. Тут вот пока примерили, еще не приклеивали. Будем приклеивать на жидкий гвоздь. И где-то, если не будет получаться, то саморезами. Я думаю, на жидкий гвоздь достаточно будет. Потом тут вот спереди тоже сейчас примерили, только прикидываем. Вот здесь сейчас вытащу вот этот... как он называется-то, утеплитель, короче, вот этот вытащу. Вот сюда вот тоже вставим планку вот такую специально с вырезом. И на двери у нас есть только вот на такие двери, на обычные. Ну здесь вот тоже вырежем, здесь тоже сделаем нормальную такую дверь, занимаемся, короче. Вот уже здесь потолок закрепили на родные планы, планки. Новые болтики поставил на 6 под ключ 10. Красота. Вот так вот это выглядит. Занимаемся. Вот кондер пришлось снять, открутить, потому что потолок не даст нам затянуть, закрепить вот эти планки. Потолок поставим, потом уже будем это устанавливать кондер на место туда. Хотя, может быть, придется его отодвигать, потому что вот здесь будут крепиться полочки. Вот одна, здесь большая полочка, а вот тут малая полочка будет крепиться.
Пока мне все так получается у нас. Насчет полочки я не знаю, что получится, не получится. Ставить, наверное, нет. Все, давай переходим. Такой плафон поставили уже, установили. Модный. Будет гламурный у нас. Кирис. Вот я дверь снял, чтобы удобнее было обшивку здесь ставить на нее. Буду на месте ее ставить, потом с обшивкой вместе поставлю наверх. Пока вот так вот получается. Да тут если только отпиливать полочку по кондёр. Вот так. А по-другому никак. Вот она полочка где-то. Вот здесь на стыке, наверное, придется отпиливать. Полностью. Ну вот, совсем же другой вид. Здорово. Ну вот, пока что так, как-то так получается. Заднюю полочку поставил. Мешаться не будет, вот надо будет только вот куда-то примудрить эти тумблера. Ничего, мне нравится. Надо что-то положить, положил. Надо сюда что-то положить. Сюда можно положить. Все, вот надо будет как-то примудрить с этой. Кондиционером куда-то его надо убрать, чтобы передняя полка встала. Пилить жалко. Там место под второй динамик есть. В смысле полку пилить, не кондиционер. Ну вот так вот смотрится. Надо будет вот этот плафон пододвигать сюда. Поближе, чтобы зазора этого не было. А так классно смотрится. И снова на ночное дежурство иду. Погода у нас классная. Уже третий или четвертый день. Погода такая балует прям. После обеда прям с крыши капает. Где-то около 5-6 градусов мороза только в обед.